Они рождаются, живут и умирают. И речь не только о людях. Тот же путь проходят и деревья, рассказывает Сергей Ключников. Скульптор дает им право на вторую жизнь. Материал благородный, приятный и по-настоящему живой. Мастер признается, пробовал работать с металлом, стеклом и даже с костью. Однако все не то, за душу не берет. Когда люди идут мимо и смотрят, как я делаю, у них возникает ассоциация. Ну, я не знаю, там очень многие все говорят, а что это будет, а что это будет? Я говорю, ну, увидите. Потом, а что вам кажется? Одному одно, другому другое. Я хочу заставить людей самих додумывать, то есть принять участие. Потому что чем больше ты работаешь с деревом, вкладываешь туда свою энергию, тем больше это дерево отдает. Вот уже более 10 лет скульптор создает настоящие произведения искусства. В своей работе он использует только высохшие деревья. Немного фантазии, ловкость рук, и вот уже обычный пенек или коряга как будто оживает. Деревянные скульптуры можно увидеть в музее-галерее «Заварка». 3 выставочных зала и целая коллекция человеческих образов. Здесь даже чувствуется запах древесины и слышно звуки потрескивания веток. Мастер внимательно всматривается вот в этот кусок дерева и находит в нем уникальные черты, где-то придает им конкретные формы какого-то животного или какого-то человека, либо обнажает в нем фактуру, структуру, и таким образом в нем проявляется свое уникальное лицо. До открытия выставки сотрудники музея записали интервью с Сергеем Ключниковым и подготовили специальный фоторепортаж. Собирать материалы было увлекательно, рассказывает куратор Кирилл Гуров. Как выяснилось, знакомство с творчеством скульптора у него произошло еще в детстве, когда он любил гулять в парке Дружбы. Я видел, как когда этот парк был в запущенном состоянии, когда он стал постепенно восстанавливаться, и вдруг появляются там скульптуры. Стало сразу интересно, я начал искать, и оказалось то, что вот этот художник превратил парк Дружбы в свою, можно так сказать, галерею. Все самое интересное из рассказов вошло в экспозицию. Здесь и жизненные истории, связанные с работами, и подробности из биографии мастера. Выставка продолжит свою работу до 1 марта следующего года. Ксения Баканова, Петр Паламеев. События.